Да? Это мы сами своими деньями, своими бездениями, своими душинками, думками и так далее. И мы стараем то, что мы маем. И, ну, и как бы и створили то, что мы маем насамрэч. Вот. И только нам с этим разбираться, нам с этим змагаться и нам перемагать. Вот. Давайте мы сейчас попробуем ее выполнить. Кто ведет, поспевайте так само, коли ласка. Коли нехто каже бывай, это ж ты не значит конец. И хотя у конвульсия край, рано констатовать смерть. И хотя не видать куды, и надея ни на кого, ты почуешь меня и звоны. Это знамень заборы. Это кровь всем рукамень, это ветер всего югу, это новый солнечный день, это спас за пару. Гордо поднятый стяг, это шить, что готовый бой, это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, что печатают позыры, это не яны, ведая Бог, это мы. Мы. Ты почуешь звенять звоны, коли почует душа, голос пробкал за вечерни, голос, что не задушит час, голос память в этой земли, в этих речах, в этих лесах. Тих народов, что тут жили, ты почуй, нам не есть звон. Это скрозь темру промень, это ветер, что рвет смугу, это новый солнечный день, это праздник оборону ру. Это год на поднятый стяг, это шить, что готовый бой, это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, что печатают твердый рынь, это не яны, ведая Бог, это мы. Мы, это мы. Живи, Беларусь! Живи!